Еще больше земли для развития сельского хозяйства получила ферма Цветковых. В аренду без проведения торгов фермерскому хозяйству предоставили 150 гектаров. Часть земли планируется задействовать под выращивание кормовой базы, а часть – под строительство нового животноводческого комплекса и развитие агротуризма. Однако сначала предстоит большая работа по возделыванию земли. Год назад ферма Цветковых уже проходила этот процесс. Сегодня на полученной ранее в аренду земле в деревне Мугутово, расположенной вблизи рабочего поселка Фряново, выращивают озимую рожь для заготовки сенажа. Буквально 2 года назад здесь стоял лес, то есть именно была заброшенная земля. Мы ее возделали порядка 2 лет, то есть выкорчевывали, дисковали, пахали. Ну, большой комплекс работ проявили для того, чтобы в этом году здесь хоть что-то выросло. И очень даже неплохо выросло. Еще пару лет назад вопрос земли стоял остро для фермерского хозяйства. Корм для рогатого скота приходилось закупать практически в полном объеме. Но благодаря правительству Московской области, Министерству сельского хозяйства и продовольствия Московской области, администрации городского округа Щелково проблему удалось решить. Создание кормовой базы – один из основных факторов получения высококачественного и вкусного молока. Чем она питается и что она ест, сразу показывается на качестве молока. В этом году запустили новый цех по переработке молока. У нас сейчас очень обширная линейка молочной продукции. Это молоко, кефир, ряженка, творог, ну, почти вся кисломолочка. И также полутвердые сыры, твердые сыры и пастафилаты. Владельцы фермы Цветковых заботятся не только о создании кормовой базы, но и о технологии хранения. На стадии покоса вносится раствор протеина, чтобы кормовые свойства были выше. Затем уже готовая измельченная масса силусоится или, проще говоря, консервируется в полимерных рукавах. Хранение таким образом герметично и минимизирует нежелательные патологические реакции. В одном рукаве около 250 тонн кормовой массы. Ее срок хранения без потерь питательности корма составляет 12 месяцев. Сегодня на ферме Цветковых 580 голов крупного рогатого скота. Чтобы прокормить стадо, требуется порядка 4000 тонн корма. Новые земли, полученные в аренду, позволят увеличить стадо до 2000 голов, а значит и расширить линейку продукции. А вы пробовали продукцию фермы Цветковых? Более 20 точек с фермерской молочной продукцией работают в Москве и области. 2 из них в Щелково, на улице Комарова и Центральной. Можно не только попробовать, но и лично познакомиться с буренками и увидеть процесс производства своими глазами. В этом году ферма Цветковых получила грант на развитие агротуризма. Фермерское хозяйство развивает данную отрасль с 2019 года. Приезжают со всей Московской области. Даже у нас несколько раз приезжали люди там с Эфиопии, то есть был обмен опытом. И плюс различные институты к нам приглашают людей. Больше того, проходят у нас практику с Тимирязевской академией. Это зоотехники, ветврачи. Экскурсии на ферме Цветковых проходят каждые выходные с 11 до 14 часов. Записаться в гости можно на сайте фермерского хозяйства. Евгения Корытько, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.